Няня, избившая ребенка в Нефтеюганске, пойдет под суд. ЧП произошло еще 14 декабря прошлого года. 31-летняя женщина оказывала одной из семей услуги нянечки для маленького ребенка. Во время кормления из-за каприза малыша женщина нанесла последнему несколько ударов рукой по ягодицам и лицу, а затем, подняв ребенка, бросила его на пол. Теперь нерадивому воспитателю грозит тюрьма. Максимальная санкция статьи – 7 лет лишения свободы. Указанные действия женщины явились ее реакцией на отказ ребенка принять пищу и были засняты с помощью веб-камеры. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.